Мы живем в тихом, уютном и спокойном районе. Но из нашей тихой заводи трудно себе представить, какова жизнь в центре. Попав в центр города, вы окажетесь на оживленной автостраде со светофорами, дорожными пробками и движением во всех направлениях. В центре любого мегаполиса всегда час пик. И если же вы посмотрите в небо, то там на расстоянии в 26 тысяч световых лет от того места, где вы находитесь, будет примерно такая же картина. Там звезды также движутся в разных направлениях, создают дорожные пробки, и здесь, как и в центре мегаполиса, всегда час пик. Если бы вы оказались в центре галактики, то увидели бы, что здесь много газа и пыли. Вокруг вас будет много звезд, и плотность их скопления будет огромной. Жить в этом районе невозможно. Здесь повсюду сильное ультрафиолетовое излучение, повсюду рентгеновские лучи. В целом же это довольно враждебная среда. И в центре этого круговорота находится массивная черная дыра – Стрелец-А. Многие ученые представляют черные дыры, находящиеся в центре галактик, некими чудовищами. Но давайте посмотрим на них с другой стороны. Ведь именно благодаря черной дыре, находящейся в центре нашей галактики, мы обязаны своим существованием. Не будь Стрельца А, не было бы и нашего дома, Солнечной системы, а следовательно, не было бы и нас. Если смотреть издалека, то наш дом будет выглядеть как небольшое газовое облако, которое состоит из водорода с небольшой долей гелия, а также углерода, азота и кислорода. Это межзвездное облако раскинулось на 300 световых лет, но астрономы говорят, что им неизвестно наше точное местоположение в галактике. И все потому, что у нас нет возможности посмотреть на него со стороны. Современные технологии глобального позиционирования позволяют нам в любом месте планеты определить наше местоположение с высокой точностью. Но в галактических масштабах GPS не поможет, так как наша галактика занимает 100 тысяч световых лет в поперечнике. А вот если воспользоваться системой галактического позиционирования, то мы можем обнаружить себя между двух рукавов Млечного Пути. Мы находимся не слишком близко к центру и не слишком далеко от окраины. Наша Солнечная система находится в 26 тысячах световых лет от центра галактики. Это примерно где-то в середине, между центром и окраиной Млечного Пути. И как говорят астрономы, мы живем в довольно престижном районе, именно там, где возможна жизнь. А жизнь, как известно, возможна лишь в правильном месте и с правильной температурой. Планета должна располагаться на таком расстоянии от своей звезды, чтобы на ней могла быть жидкая вода. То же самое касается звезды и ее планетарной системы. Они тоже должны находиться в зоне жизни своей галактики. Млечный Путь – это гигантский вращающийся по спирали диск с миллиардами звезд. И из нашей тихой заводи трудно представить себе те силы, которые действуют в его центре. Но чем ближе к центру, тем звезд становится все больше и больше, а сам центр буквально заполнен звездами. В центре Млечного Пути много газа и пыли, а в самом центре находится черная дыра, которая окружена облаком раскаленного газа, который затягивается в нее. Каким бы странным это ни казалось, но сила тяготения в сверхмассивной черной дыре расположена таким образом, что вы можете упасть в нее и выжить, правда, всего лишь на миг. Перешагнув горизонт событий, вы даже не почувствуете этого, так как размеры вашего тела ничтожно малы по сравнению с черной дырой. Согласно вычислениям Эйнштейна, продвигаясь по направлению к центру черной дыры, вы упретесь во внутренний горизонт, состоящий из попавших в ловушку света и энергии. Здесь вы увидите вспышку яркого света, который будет повсюду. Это тот свет, который ожидает своего выхода наружу,
но сдерживается внешним горизонтом. И вот этот-то свет просто разложит вас на атомы. Произойдет это настолько быстро, что вы и понять ничего не успеете. Но на этом предсказания Эйнштейна не заканчиваются. Его расчеты ведут нас дальше, в некий тоннель, известный как червоточина, который приведет нас к тому, что ученые называют белой дырой. Механизм белой дыры действует иначе. Вместо того, чтобы быть притянутым, белая дыра катапультирует вас в отдаленные области времени и пространства, но куда именно, никто не знает. В научной фантастике червоточины играют изящную роль входа в другие вселенные, параллельные миры и другие измерения, например, как в фильме «Интерстеллар». В действительности же мы, по сути, мало что знаем о том, как устроена черная дыра. Ученые всего лишь предполагают, что она обладает невероятной гравитацией. Но ведь и гравитация Солнца тоже не маленькая. Она позволяет удерживать на своих орбитах все планеты Солнечной системы с астероидами. И как недавно выяснили Voyager, простирается дальше, чем мы предполагали ранее. Вполне себе может быть, что и черная дыра не такая ужасная, как мы сегодня предполагаем. Ведь не будь ее, не было бы нашей галактики. Не было бы Млечного Пути, не было бы и нас. Совсем недавно астрономы обнаружили звезду, несущуюся сквозь нашу галактику со скоростью 7 миллионов километров в час. Это в 10 раз больше, чем могут себе позволить большинство звезд Млечного Пути, включая наше Солнце. И примерно через 100 миллионов лет эта звезда покинет родную галактику навсегда. А причиной этому, по словам астрономов из австралийской обсерватории Siding Spring, послужила черная дыра в центре нашей галактики, Стрелец А, которая более 5 миллионов лет назад выбросила приблизившуюся слишком близко звезду со своей орбиты, а потом и вовсе прогнала ее из родной галактики. Черная дыра Стрелец А достаточно странная сама по себе, но является ли это нормой? Или же наша галактика представляет собой исключение из правил? Астрономы выяснили, что во всех крупных галактиках, которые им удалось изучить, присутствует массивная черная дыра. Для того, чтобы понять, как в центре галактик образуются сверхмассивные черные дыры, нужно вернуться к началу времен, к тому самому моменту, когда все началось, к Большому Взрыву. Именно Большой Взрыв дал все компоненты – водород, гелий и другие элементы, из которых впоследствии родились сверхмассивные звезды. Эти звезды жили недолго. Выработав свое топливо, они взрывались и превращались в сверхновые. Эти сверхновые спустя миллионы лет преобразовались в черные дыры, которые стали образовывать галактики. Галактики были небольшими, но их было много, и они постоянно сталкивались, а их черные дыры сливались друг с другом. Так постепенно черные дыры становились все массивнее, а галактики все больше и больше. Ученые говорят, что это было похоже на галактический каннибализм, но скорее всего это было не так. Это скорее всего было объединение, соединение или формирование галактик, но никак не каннибализм. Маленькие галактики соединялись и образовывали крупные галактики, такие как Млечный Путь или наша соседка галактика Андромеды, в которых спустя миллиарды лет зародилась жизнь. Ну или по крайней мере в одной из крупных галактик под названием Млечный Путь она точно существует. Следуя теории галактической глобализации, галактики должны были бы разрастаться до огромных размеров, но этого не происходит. А причиной этому являются черные дыры в их центрах. Они ответственны за предотвращение роста галактик.
а взрывные волны от черных дыр распространяют тяжелые элементы, образованные в центре галактики, закладывая фундамент для новых солнечных систем. Таким образом, черная дыра в центре нашей галактики под названием Стрелец А, которую незаслуженно называют монстром, сердцем тьмы, способствовала строительству нашего дома, нашей солнечной системы, в которой родились мы. В юности наша черная дыра, по всей видимости, вела бурную жизнь. Она плевалась потоками энергии, выбрасывала много материи. Но теперь, когда у нее появились дети и внуки, в виде звезд и планет, зародилась жизнь, она успокоилась. Несмотря на бушующие внутри Стрельца силы, гигантская черная дыра в центре нашей галактики считается тихой. Но астрономы полагают, что самое страшное еще впереди. Галактика Андромеды, которая расположена от Млечного Пути на расстоянии в 2 миллиона световых лет, движется в нашу сторону со скоростью более 300 тысяч километров в час. Ей понадобится более 5 миллиардов лет, чтобы добраться до нас. По мнению ученых, наша Солнечная система окажется вдали от эпицентра столкновения. Правда, увидеть это человечеству с Земли не получится, так как к этому времени наша планета будет поглощена расширяющимся Солнцем. Когда столкнувшиеся галактики успокоятся, их черные дыры начнут по спирали постепенно приближаться друг к другу, постепенно превращаясь в черную дыру гигантских размеров. Астрономы, строящие гипотезы относительно эволюции нашей галактики, задаются вопросом, останутся ли материя и энергия в центральной черной дыре навечно, или же черная дыра, как и все остальные космические тела, подвержена разрушительному воздействию времени. Наверное, ответов на эти вопросы в ближайшем обозримом будущем мы не узнаем, а может и вовсе не узнаем их никогда. Но как бы там ни было, мы уже сегодня должны быть благодарны нашему Стрельцу А за то, что родились и живем на этой прекрасной голубой планете, в его галактике Млечный Путь. Что же, дорогие друзья, на сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если видео понравилось, то поделитесь с друзьями. Кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о наших новых выпусках.